По информации наших коллег из «Желтой газеты», в Краснодаре на центральной площади города заложили звезду Анны Семенович. По словам Анны, ее еще рано закатывать в асфальт, но ей безумно приятно, что власти города так высоко оценили ее заслуги. Хотя еще недавно о Краснодаре Анна вспоминала отнюдь не тепло. Местные рестораторы использовали образ полуобнаженной певицы для своей рекламы. Эротические фото звезды они размещали на коробках спичек с рекламой ресторана. Вопреки грозным заявлениям пышногрудой красавицы, до суда дело так и не дошло. По слухам, эти креативные бизнесмены дружат с чиновниками. Возможно, именно они дали понять властям, кто из артистов достоин собственной каменной звезды в Краснодаре. Еще больше подробностей этой истории и самых интересных новостей читайте в свежем номере «Желтой газеты».